Гусь. Сегодня вам расскажу, как поставить этого замечательного кота. Для начала мы переходим по данной ссылке, скачиваем содержимое, разархивируем и запускаем экзешник. Перед нами появляется вот такое окошко. Здесь ставим котейка. Если мы нажмем Z или X, то увидим анимацию, что котик стукает по кнопочкам. Перейдем к самим настройкам. Настройки открываются на английскую клавишу O. Здесь мы указываем, на какие клавиши будут запускаться анимации. Задний фон настраивается для хромаке и сами барабаны. Их пока что немного, может быть их будет больше, следите за апдейтами на Reddit. Остальные настройки нас не интересуют. Переходим сразу же в OBS. Создаем источник окно. Указываем наше приложение. Кликаем правой клавишей на созданное окно. Выбираем фильтры. Указываем хромаке. Выбираем нужный цвет. И все готово. Вуаля. Приятного использования. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось или остались вопросы, можете обратиться ко мне во время трансляции на этом канале. Пока.